Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня у нас на ремонт и на обзорчик попал вот такой вот аппаратик. Забавный зверек, решили снять обзор. Значит, HP LaserJet Pro M201DV. Значит, чем интересен этот аппарат? Этот аппарат, как из названия следует, идет Pro, то есть рассчитан все-таки на профессиональное использование с достаточно неплохими объемами печати. По заверениям производителя, это 8000 страниц в месяц, что, в принципе, для такого аппарата небольшого это неплохо. Вот. По расходным материалам сразу скажем, значит, аппарат использует картриджи 280, CF-283A, то есть достаточно нормальный картридж, тот же, как и 85-й. Вот. По нынешним временам очень недурно. Вот. Чем интересен этот аппарат? Этот аппарат интересен, безусловно, наличием огромного количества коммуникаций. То есть это у нас и Wi-Fi, и поддержка сети. Вот интерфейсы есть. Ну и, естественно, и поддержка USB. Аппарат оснащен, в общем-то, двухсторонней возможностью автоматической двухсторонней печати, что тоже, безусловно, удобно. Значит, есть функция прямой печати, есть значит, поддержка технологии AirPrint, HP Connect, то есть, когда вы можете в любом месте на Земле находясь, отправлять себе в офис на печать любой документ с своего смартфона. Не знаю, кому нужно это, но, тем не менее, функционал присутствует, то есть возможность такая есть, а дальше уже пользоваться или не пользоваться, это уже решать вам. Вот. Значит, лоток подачи включает в себя 260 листов за раз, ручная подача 10 листов, вот верхний лоточек, возможно, и туда вставлять. Значит, лоток выхода бумаги, значит, вмещает 160 листов. Что еще у нас здесь есть? У нас здесь с вами вот он трак стандартный, то есть здесь ничего такого нового. Если опять же застряла бумага, тоже можно проверить вот здесь, аккуратно откинув прижимные ролики, вытащить бумагу по ходу ее движения. С задней стороны открывается у нас, вот у нас механизм дюплекса возврата бумаги с разворотом. То есть, собственно говоря, вот таким образом он выглядит. Он выполнен в достаточно компактном корпусе. Выглядит неплохо. То есть, в отличие от там, последних вот этих идей компании HP с 218 картриджем, который лично мне не нравится, не настаиваю, просто высказываю свое мнение. 83-й картриджи, по крайней мере, зарекомендовали себя достаточно надежно. Вот. У аппарата, безусловно, есть так называемый веб-интерфейс, где вы можете его и настроить как угодно, и значит, запаролить настройки, то есть и устроить прямую печать. В общем, все, что хотите, вы можете там сделать. Это там весь функционал, это тоже очень удобно. Вот. Здесь у нас кнопок достаточно мало. Это кнопка Wi-Fi, прямая печать, отмена, возврат, ну и, соответственно, меню достаточно совершенно стандартное. Самодиагностика, обслуживание, настройки сети, формы. Ну и все, собственно говоря. Здесь ничего такого нового вы не увидите. Это все та же линейка, что, в общем-то, и вот 125-е фушки. Вот. В принципе, данный аппарат можно рекомендовать к использованию, потому что он компактный, удобный, чисто принтер. Вот, сразу оговоримся, что вот конкретно этот аппарат попал с неисправностью, отвалился USB порт. То есть формально это, скорее всего, замена уже платы форматирования. То есть, может быть, заводской брак, по гарантии бы хорошо это поменять. Но так как форматор стоит там в районе 10 000, то есть смысла в этом нету. Все остальные интерфейсы работают. То есть, ну вот к нам такой вот хромой попал парень. Хотя, опять же, он продолжает трудиться, продолжает работать. Просто ремонт нецелесообразен. Вот. Пишите комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки. До скорой встречи. Будем стараться еще снимать обзоры на интересную технику.